Всем привет! Сейчас я показываю планшет, который я вот сегодня приобрел. То есть вот такая французская фирма Archos модель 7 Home Tablet называется. Вот в принципе такая коробочка. Далее распаковываем собственно сам планшет полиэтилене упаянный. Вот такой вот. Ну и внутри там, в общем, куча мусора, я так понимаю, который сопутствует. То есть розетка с разными переходниками. Это еще розетка, USB кабель, собственно, наушники, даже, по-моему, с микрофоном, куча бумажек. Вот. И сам планшет вот такой вот разобран. Так, это все уберем, чтобы не мешало. Вот, то есть вот такой вот приборчик. Сейчас он в целлофане. Попробуем достать его. Сейчас, минутку. Вот, собственно, сняли пленку. Вот такая поверхность у него под полированный металл. И вот сверху кнопка включения. Рычажок. Так, попал, нет? Вот он включается. То есть по размеру, если сравнить, то... Ну, вот чехол от айфона. Вот, то есть по размеру вот такая вот вещь. Сюда влезает айфон по размеру. Вот. И вот так вот он включается. Угу. Вот. Загрузился. В общем, что имеем? То есть, собственно, меню. Судя по тому, что я смотрел, в планшете стоит вот довольно старая версия прошивки, то есть, если видно, 1.0 или 1.0.15, то есть фиг его знает, что это значит. По идее, должна быть сейчас 1.6 прошивка, а здесь почему-то вот такая вот стоит. В общем, это единственный такой момент непонятный для меня, по крайней мере. Вот. Ну, собственно, вот Wi-Fi у меня пока не подключен. Пока продемонстрирую вот то, что есть. То есть, например, вот видеоплеер позволяет смотреть видео. Вот, с видео, в принципе, все понятно, все нормально показывает. Фото, раздел фото, собственно, папка с фото. Вот, экран довольно, так скажем, по ощущениям тугой, в отличие от вот, ну, того же iPhone или Galaxy, которым я сейчас снимаю. Поэтому приходится сильнее нажимать, чем обычно. То есть не просто прикосновение, потому что вот оно, ну, хотя влияет, но как-то вот не всегда. А нажать и провести. То есть получается вот такая вот особенность небольшая. Вот. С углами обзора смотрим. То есть вот, если чуть отклоняем, уже, ну, вот сверху видно. Вот. Так что... такой вот планшетик, то есть если держать в руке, в принципе, одной рукой вполне удобно. Вот. Так что такая вот вещь. Сейчас я буду на него ставить новую прошивку и, собственно, как бы пытаться его настроить под себя.
для того, чтобы на нем смотреть фото, читать книжки, видео и пользоваться интернетом. Вот. Опять же, касаемо книжек, тут есть специальная программка, которая вот позволяет использовать его для чтения книг. Вот они даже развернулись в вертикальный режим. И, собственно, дальше уже небольшая инструкция, как пользоваться. И вот, вот столько вот текста влезает в такой вот экран размером 7 дюймов. Кнопка выхода обратно. Вот. Браузер, собственно, сейчас проверить не могу, потому что Wi-Fi у меня не подключен. И смысла сейчас подключать нет, потому что я сейчас буду обновлять прошивку. Вот, так что вот такая вот вещь. Будем пробовать, что это такое. Называется вот так вот.